Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день. Я нахожусь в Болгарии сейчас и ездил вчера в район Солнечного берега. В Бургас, Созопол. Короче говоря, от Варны до юга Болгарии вдоль побережья Черноморского. Ну, сплошь косяком, конечно, идут отдыхательные заведения. Пансионаты, отели, домики разные и так далее. Все это сдается, продается, и вокруг этого бум. Покупают в основном, конечно, русские. Основная масса покупателей русские. Русские едут на юг Болгарии, там покупают себе какую-нибудь недорогую недвижимость в основной массе своей, для того, чтобы летом приезжать и отдыхать. Но бум прошел. Кризис, явный кризис, спад, цены упали, покупок меньше, недвижимости. Вот какое наблюдение я сделал. Я это как бы и видел раньше, но вот вчера особенно это бросилось в глаза. Едешь и в некоторых местах, особенно близко к дороге, на 10-й, на 12-й линии, там, где уже, ну, до моря очень далеко. Остовы недостроенных отелей стоят. Просто вот брошенное строительство. Всажена куча денег. Ведь я представляю человека, который приглядывался, присматривался, взвешивал, анализировал, собирал кропотливую информацию о том, что происходит на рынке недвижимости. А в это время, лет 10 назад, начался бум, и все, кто только мог, быстро брали кредиты в банки, выбивали, покупали землю поближе к морю и строили какие-то объекты для последующей сдачи и продажи. Отели и квартиры, апартаменты и так далее. И на этом люди делали деньги. Серьезная. Стройка начинала бурлить. Те, кто успел первыми захватить лучшие куски, кто начал строительство и продавать, начали богатеть, остальная масса спохватилась, включилась в этот процесс, и вторая волна, третья волна. Я еще когда в 2007 году пытался этим присматриваться,